сейчас у нас апрель, начало, суббота. Вот. Народ уже дома не хочет сидеть, выползает кто куда. Вот я смотрю, вот они усердно туда лезут, проваливаются под снегом, но лезут. Столик несут, шашлыки будут делать там. А снег грязный, грязный, грязный. А река еще застывшая. Так вот, кое-где немножко пробивается, а там, ну, там ниже, там, в общем-то, никогда не застывало. Ну, пройдем, посмотрим по дамбе, что там есть интересного. Сейчас мокро, там грязно, в общем-то. Ходить, конечно, тут по дамбе сейчас не очень хорошо. Впору в сапогах резиновых. На вон как все мокро, мокро. Ну что делать, ладно. Зато скамеечки теперь сухие стали. О, дрозды воюют вовсю. Рябину едят. Так, а вон там, выше, выше, ворона сидит, у нее тут гнездо недалеко. Она думает, что ее не видит никто. Вон, ага, копошится. Ну вот, хоть бы показалось, показалось. То хвост тут свесило, и все. Никакого уважения. Я тут подошел, хотел ее фотографию сделать, а она нет. Это не одно гнездо, там еще одно есть. Да вон она. Это вы так гуляете с ней? Да она трясется, ну, уши, холодно ей. Да, он, у него шкурка маленькая. Ой-ой-ой. Еще раз тебя замерз. Да, сейчас ее пустить-то нельзя, тут везде мокрота, ну, такая. Пускай сидит. Ну, понятно. Да, тут уже вон вода открытая. Уже, но она не до конца. Вот она там доходит, там дальше лед стоит, там еще рыбаки вовсю. Рыбачит на ней. А вот на той стороне, я вот смотрю, вон там двое идут, не двое, трое. Ну вот, а куда они ходили и зачем они ходили? Ну, они вот сейчас пойдут, это им надо будет до моста идти, до моста, а только там можно перейти. Больше нигде. Вот, а там что они делали, интересно. А, наверное, там, может быть, в дачах были чебалсинки. Там, наверное, туда еще уже не попадешь нормальным ходом. На лыжах тоже уже никто не бегает. Так, ну, лед еще не идет. Нет, еще долго-долго. И вода еще не прибывает. Но она когда прибывает, вы представляете, вот они вот почти на даму льды торосы вылазят. Вот так вот их выдавливает, они прямо тут. Вон там, вон на той стороне кусты, вот они все под водой, оказывается. Во, рогатка так рогатка. Здорово.
резинку натянуть, и на ту сторону стрелять можно. Так вот, раз, натянул резинку, и на ту сторону как стрельну. Ох, красота. Ну, откуда залез? Это же для синичек. Вот, а это же нахлебник. Но места тебе нету больше где. Это для синичек. Вот, а этот может и так что-нибудь найти. И этому надо там же. Облюбовал, там сидит. Сейчас подойду за хвост и тебя дерну. Кормушка-то для маленьких, а не для тех больших. Это вылетели. Совесть-то пробила, поди, как я сказал. Ну вот. Для кого семечки сыпят, тот и должен клевать. Это на осинах уже почки-то какие большие. О, ну да, весна, весна. Вот. А вон там вон верба, она уже вон беленькие распускается. Свежий воздух, да, на берегу реки. Что-то замков тут мало еще понавешали. Два замка только. Ну как вот так вот? Чего же они так? А, надо бы еще. Красненький такой. Ну, навешивает, навешивает. Тут есть такие места, где их там сплошняком замки висят. Прогулка по дамбе кончилась. Сейчас выхожу на проспект и пойду по проспекту домой. Тут асфальт даже есть, да, да, да. Когда-нибудь сухо будет тут. Ну вот и наш проспект. Вот такой снег. Горы грязного снега. Горы, горы грязного снега. Ну, дней через 15 его уже не будет. Вот тут магазин «Умелец». Ой, чего там только в нем нету? Ну, все, все есть. Вот все есть. Хороший магазин. Так, а тут вот зимой сыпят, чтобы скользко не было. И вот сейчас это все, вот она. Вот. Шуршит. Крупный такой песок. Где-то находит живот такой. Вот. А вот эти вот деревья у нас каждый год их обрезают. Вот они вот такие вот стоят, обглодыши какие-то. Вот. Что их обрезать? Вот спрашивается, зачем? Да проводов здесь далеко. И пусть бы они росли высокие-высокие, красивые-красивые, и шум бы они забирали, и пыль на себя забирали. Нет, надо обрезать. Так вот, то, что в прошлом году наросло,
все это обрезали. И каждый год их режут и режут нещадно. Вот это вот липы, вот, а это вот клен. И вот режут и режут их. Вот. А вот там дальше у нас в городе, там такие они корявые, кривые, косые стоят. Потому что каждый год их, вот так, как бог черепаху их. Вот, вот этот вот, ну вот он вот начал как бы обрастать. Нет, все. Все, обкорнали их. Вот. Не нравится мне это дело. Ни к чему. Так, посмотрим, что сегодня у нас. Так. 11 градусов. Во. Жара-то какая. 11 градусов. Так, это время 2 часа 34 минуты. Дневного времени второе число, четвертый месяц. Ну все, теперь мне нужно перейти через эту вот большую лужу. Вот эту. И там уже рядом будет.